Привет, девчонки. Стерла у своего машину. Это рабочая машина. Это с телевидения машина, чтобы вы знали. А вы не знай, короче. Он говорит, осторожно, если ты ее разобьешь. Говорит, у меня на работе проблемы будут. Да, что каркаешь? Приехала я в маркет. Мои друзья, на продукты. Сама стерила машину. Представляете? Смотрите, сама самисенька. Девочки, какая у нас... Смотрите, у нас такие магазины. Сигаретный отдел, кстати. Такая у нас эта самая погода, красивая, тепло. Мои друзья, сейчас вам покажу, какую я машину стерила. Я иду в БИМ. Так, перехожу дорогу. Смотрите, видите? АВ, АТВ. Смотрите. Видите? Стерила, это рабочая машина большая. Ну и пофиг, зато я смогла. Иду сейчас в БИМ затаривать. С собой так перед. Боже, погода какая. Мои друзья, красота. Так, маску одеваю. Что, друзья, покатаемся. Сбавлю звук. Это немного большая машинка для меня. Но ничего страшного. Сейчас думаю, куда припарковаться, мои друзья. А вот оно. Я пока отключу. Не вижу, включила эту камеру или нет. Мой мне 100 раз звонит. Это машина с телевидения. Не разбей ее. Знаете, как в Стамбуле летают, подрезают. Мои друзья, музыку включим. Ничего страшного, мои друзья. Мой звонит, переживает. Мария, пожалуйста, не ударь машину, потому что это с работы. Блять, ой, извиняюсь, куда ты лезешь? Друзья, я далеко, меня не видно. Да? Как круто по Стамбулу кататься, блин, представляете? Да, мои друзья, так мы уже почти приехали. Сейчас выключусь, запаркуюсь.